Многофункциональные центры в начале июня возобновили оказание очных услуг физическим лицам. Первоначальный перечень состоял из 17 услуг. Теперь к ним добавилось еще 40. Оформление социальной карты ИНН, восстановление утерянного СНИЛС и многое другое. Для визита в офис все еще требуется предварительная запись. Кроме того, необходимо ношение масок и перчаток. МФЦ также гарантирует соблюдение всех необходимых мер безопасности. Это дезинфекция и проветривание помещений, социальная дистанция, контроль за здоровьем сотрудников.